Так, есть вопросы по прошлой лекции? Нет? Так, ну мы закончили на задаче про пионеру. Давайте ее доделаем и продолжим. То есть мы занимаемся смешанными равновесиями по Нэшу. У них какой есть плюс? Плюс есть в том, что они всегда существуют. Всегда существуют. Но остается проблема, что если их несколько, то мы не знаем, какой из них выбрать. Ну, в каких ситуациях мы это понимаем, но, в общем, эта проблема, она в каком смысле неразрешима, но можно про нее тоже говорить. Значит, мы обсуждали задачу про пионеров и вожатого. Я напомню условия. У нас есть пионеры и вожатые. Пионеры выбирают место, где спрятаться. Вожатый их ищет. У них есть четыре варианта, где спрятаться. Пункты А, Б, С и Д. Они находятся на разном расстоянии от лагеря. И пионерам все равно, где прятаться, а вожатому не все равно, куда их идти искать. Соответственно, пионеры получают 0, если их не встретил вожатый, минус 10, если их вожатый поймал. А вожатый получает 10 минус сколько ему нужно идти. То есть до пункта А он идет 2, а до пункта Б он идет 4, до пункта С он идет 6. До пункта D он идет 8. Значит, мы с вами выяснили, что если у нас есть пионеров против стратегии по А, Б, По, С, По, Д, а у вожатого по А, по Б, по С, по Д, то выигрыш пионеров он равен минус 10 на вероятность встретиться. То есть на произведение этих, на вот сумму этих вероятностей. А выигрыш вожатого – это тот выигрыш, который он получит при встрече с пионерами. То есть вот это же самое выражение. Минус сколько ему нужно идти. Значит, сколько ему нужно идти, это минус 2 на QA, минус 4 на QB, минус 6 QC, минус 8 на QD. Это сколько он получит, если он встретит пионеров, это сколько он проиграет за счет того, что нужно идти. Так, в прошлый раз мы обсудили, что значит, пионеры стараются максимизировать свой выигрыш, поэтому на самом деле они выбирают минимум из этих QA, QB, QC и QD, и как-то распределяется вероятность между этим минимумом. То есть у них на самом деле выигрыш равен минус 10 умножить на минимум из этих вероятностей. Ну, мы даже в прошлый раз обсудили, что эта штука просто равна нулю. Если это правда, то дальше все. То есть, если это равно нулю, то тогда получится, что у нас вот эта штука равна нулю. Ну, а если вожатый хочет максимизировать свой выигрыш, то отсюда следует, что просто QA равно единице, а все остальные равно нулю. Потому что, чтобы максимизировать вот такой выигрыш, ему нужно, то есть у него разные веса, наименьший вес 10. Если он у него какой-то какой-то из куба КВС куда будет не 0, то он сделает, как бы уменьшить какой-то из них, уменьшит куба и получит выигрыш побольше. Поэтому максимум такого выражения достигается минус двойки при куа равном единице, а куба КВС и куда равном нулю. Ну, осталось понять,
Можно ли так подобрать ПБ по С и по Д, чтобы это было равновесие, чтобы вожатому было невыгодно отклоняться, чтобы получить побольше. Ну, то есть, из этого следует, что у нас пара в нулю, а ПБ по С, это какие-то, давайте уйдем условно на них. Да? Ну, понятно, что если, то есть, не любой такая тройка подойдет, потому что если, например, ПБ равно единице, если все пионеры идут в Б, тогда вожатый поменяет свою стратегию с идти А на идти в Б и их поймает. Какие тут должны быть условия? Значит, должны быть условия, что вожатый не получит больше, если он отклонится от своей стратегии. Ну, давайте напишем, какие выигрыши у вожатого относительно этих стратегий. Но вот если он идет в Б, идет в Б, то он получает что? Он получает, ну, минус 10. 10 минус, сейчас, 10 по Б минус 4, да? Значит, чтобы, мол, не выгнал отклоняться, надо, чтобы что-то не превосходило минус двойки. Ну, если он идет с С, то он получает 10 по С минус 6. И эта штука тоже уже не происходит минус двойки, чтобы ему не было выгодно туда отклоняться. Ну и в D должно быть выполнено вот такое неравенство. 10 по D минус 8 не превосходит минус двойки. Отсюда у нас есть условие на ПБ, по С и по D. То есть, ну что тут? ПБ, значит, у нас не больше 1 пятой, по С не больше 2 пятых, а по С не больше 3 пятых. Ну и в сумме они должны радовать единицу. Ну, такие найдутся, да, вроде сейчас. Значит, у нас должно быть в сумме идут 6 пятых, что больше единицы. Ну, получается, что вот у вас есть некоторое семейство, ну, что, вот, треугольник, наверное, да, которым меняется значение вот этих вот ПБ, по С, по Д. Ну, например, может быть, 1, 2, 2, 5, 2, 5. Вот оно, эти неравенства удовлетворяет, значит, вожатому не будет выгодно отклоняться, пионеры получат 0, больше они получить не могут, ну, а вожатый получит минус 2. Ну, и любая такая тройка ПБ, по С, по Д с такими условиями, она будет влиять равновесие. Будет влиять равновесие. То есть равновесия здесь довольно много. Так, вопросы? То есть, еще раз, да, чтобы найти, ну, то есть, чтобы найти равновесие, вообще говоря, нужно перебирать всевозможные множество чистых стратегий. И, ну, это называют иногда, то есть, часто там, ну, упоминают термин носитель, да, то есть, вот говорят, что носитель стратегии, ну, там, скажем, КОА, КУП, ну, то есть, в общем случае, это какие-то S11 и так далее, S1K1, сейчас S, давайте так, сигма-1, сигма-N, это номера тех стратегий, у которых сигма не отрицательна, да, это множество таких И, что сигма-И это больше нуля. Ну, то есть, там, вполне смешная стратегия, это которая носитель совпадает со всем множеством от 1 до n. Из чистой стратегии у вас носитель стратегии – это одна стратегия. Ну вот, то есть вы должны все носители перебрать, и для каждого носителя проверить, что, то есть написать условия максимизации, и кроме того написать условия на неравенство, что вот игрок будет использовать эти стратегии, смешивать, а остальные ему невыгодно отклоняться, потому что они приносят ему меньше выигрыш. Но у вас вот получается система с уравнение неравенств, ну и вот если она сходится, то у вас есть равновесие. А еще раз, почему у нас ограничение должно быть ПБ минус 4, откуда мы еще его взяли? Это у Гришфаратова, когда он идет в Б. Ага. И почему он должен быть меньше, потому что минус 2? Минус 2 – это его выигрыш. От нашей стратегии выигрыш минус 2.
Если эта штука будет больше минус двойки, то он отклонится и пойдет в b. Вот это условие на то, что ну вот, мы хотим, чтобы выигрыш вожатого при его вот этой вот стратегии, которую мы назначили, а именно при ходьбе в а, она должна быть больше либо равна, чем, ну, мы проверяем условие на равновесие по Нэшу. Достаточно проверить выполнение, если вот мы выбрали стратегию, мы проверяем его отклонение. Достаточно проверить, что он не отклонится ни в одной из чистых стратегий. Если он в одной из чистых не отклонится, то он смешно тоже не будет отклоняться. Значит, чистых стратегий у нас 4, а он, понятно, он уже выбрал стратегию, а потом у него не отклонится. Значит, нужно проверить вот эти три неравенства. Что это больше равно, чем b, больше равно, чем c, и больше равно, чем d. Ну, вот это наша стратегия сигмы со звездочкой, которую мы проверяем при равновесии. Ну и вот это написано. Вот это вот выигрыш вожатого, когда он идет в пункт B. Чистый выигрыш. Ну, в смысле, да. Если поставить здесь куба равно 1, а все остальные куба по c куба равно 0, вы получите 10 по b минус 4. Ну и да. А вот еще про предположение про пионер, то есть они изначально выбирают просто минимальный выигрыш, это будет стратегия А. Ну еще раз, откуда это взялось? Ну смотрите, мы хотим максимизировать эту функцию, да? Значит, при этом мы выбираем по c по d, а куба по c и куда мы не выбираем, они нам даны. Но если вам даны какие-то числа, и вы хотите максимизировать эту функцию, вам нужно, ну, если тут минус стоит, вам нужно минимизировать вот это внутреннее выражение. Оно минимизируется, когда вы просто берете минимум из куба по c и куда. Ну все, значит, это вот просто равно вот этому. А то, что это равно нулю, это мы просто в прошлый раз обсуждали. Мы сравнивали выигрыш, ну, то есть сравнивали выигрыш от такой стратегии и от минус двойки, получилось, что здесь просто меньше, чем минус двойка. Значит, если вы здесь поставите другие числа, например, ну, у вас стоимость будет поменьше, не 2, 4, 6, 8, например, 1, 2, 3, 4, то вполне возможно, что у вас коэффициенты поменяются, из-за этого здесь выигрыш увеличится, и поэтому уже может быть такое, что вожатый смешивается 4 стратегии и пионеры смешиваются 4 стратегии. Но где-то здесь у нас слишком большая стоимость, вот здесь написано. То есть это, оказывается, слишком большая стоимость, и что-то кроме если было. Мы в прошлый раз там минут 10 обсуждали, ну там, то есть нужно просто поставить, ну как, тут, какую оценку можно сделать, если бы у вас, сейчас как можно сказать, то есть, например, если бы у вас была полностью смешанная стратегия, то есть у вас все эти штуки были бы не ноль, то у нас бы получилось, что нам наиболее выгодно, когда они все равны, а когда они все равны, мы получаем выигрыш минус 2. Ну, получилось бы выигрыш минус 2,5, а минус 2,5 меньше, чем минус 2. То есть, нам, если мы смешиваем стратегии, все стратегии, то мы получаем выигрыш хуже, чем если мы просто шли в А. Ну, в общем, надо посчитать, да. Ну, если, то есть, если бы у вас все эти штуки были не ноль, тогда бы у вас, вот это, ну, то есть, они бы все были равны, потому что не имеет смысла их делать неравными. Тогда мы можем быть то поставили и получили просто минус 2,5. Это будет 10 минус, там, минус 2, минус 3, минус 6, минус 8 на 4. Ну, что-то, короче, оно. Ну да, надо поставить 1/4, и все получится. Мы в прошлый раз это делали. Окей. Но смотрите, дальше у нас есть как бы развилка. Тут надо, можно пробовать подоказывать теорему Нэша о существовании смешанного равновесия и немножко поговорить про разновидность игр, в которых у нас, которые там часто встречаются, в которых можно есть пример хорошего равновесия. Но давайте мы как бы будем чередовать. Значит, сначала я немножко расскажу про теорему Нэша, что там вообще происходит. Потом мы поговорим про симметричные игры, а потом мы вернемся к доказательству теоремы Нэша. Значит, так, теорема Нэша. Она говорит о том, что у нас в конечной игре
Существует смешанное равновесие. Ну, на самом деле, тут сразу можно немножко обобщить эту формулировку. Ну, то есть, на самом деле, что нам нужно? Значит, как у нас формируется смешанное равновесие? То есть, равновесие смешанных стратегий, оно что делает? Вот у нас, получается, есть множество игроков, есть множество стратегий, есть функция выигрыша. Значит, у нас про эту тройку, если мы рассмотрим смешанное равновесие, выполним следующее. Что у нас S – это произведение симплексов. Произведение симплексов. То есть оно выглядит как дельта от S1 на дельта от Sn, где если S1 и Sn – это стратегии в чистой, в конечной игре, да, в исходной игре. Чистая стратегия. А функция U у нас из S в Rn, ну, она просто продолжает по линейности те значения чистых стратегий, которые у нас были. Ну, и тут, на самом деле, тут, конечно, не важно, что это симплексы. Важно, что у нас вот эти множества – это компакты. Еще нужно, чтобы они были там, связанные компакты, да. Можно сказать. Надо сказать, что они гомеоморфные. Гомеоморфные симплексы или гомеоморфные сфере. Сейчас. Связанные компакты нужно что-нибудь такое нужно писать. А выпуклые компакты, давайте выпуклые напишем. В принципе, выпуклые слов лишние, но не важно. Выпуклые компакты, да. Что? Ну да, ну выпуклый компакт это несколько более общая формулировка, в смысле, более узкая формулировка. На самом деле можно, ну, в принципе, можно и это обобщить на невыпуклый, но я про это, может, скажу. Вот, а эта штука должна быть непрерывной. То есть, если у вас стратегия ваших игроков – это выпуклые компакты, а функция, она непрерывна, тогда у вас есть, существует равновесие. В принципе, можно обобщить симплексов на произвольные выпуклые компакты. То есть, ну, допустим, у вас каждый игрок выбирает точку на, просто там, точку на отрезке или в каком-нибудь другом хитром множестве, ну, если там, на круге, например, тогда теорема тоже верна. Ну, я попробую. Так. Компакты. Ну, ну, формулировку вам, конечно, если вы изучали, то вам, конечно, напомнит такую теорему, которая, собственно, говорит про компактную непрерывность. Это теорема Брауэра про неподвижную точку. Теорема Брауэра. Она говорит о том, что если у вас есть выпуклый компакт X, и у вас есть непрерывное отображение из него в себя, тогда существует неподвижная точка. Существует x такое со звездочкой, что f от x со звездочкой равно x со звездочкой. Ну, в Rn для простоты. Берем в Rn, берем стандартную топологию, там берем выпуклый компакт. Мы же в прошлый раз говорили, убирать S1, считается, что в точке в пространстве мощности S1 и натягивайте на них симплекс. Ну, вы эту теорему знаете, как бы с первого, то есть для размера S1 вы знаете теорему с первого курса, то вы берете и говорите, что если из отрезка в отрезок, то
Есть непрерывная функция, которая бьет из отрезка в отрезок, то она там пересекает где-то диагональ. То есть вы рисуете непрерывную функцию, у вас обязательно она где-то пересекает диагональ. Ну и на самом деле выпуклость тут немножко излишняя. То есть, например, если у вас область, скажем, какая-нибудь вот такая вот, ну, берете вот такую область, и функция бьет из нее в себя, то там тоже будет неподвижная точка. Ну, потому что важно, чтобы вы могли, ну, вы пусть берете центр, выпускаете лучи, и из этой штуки гомеоморфным образом делаете там какой-нибудь квадратик, в квадрате ищите неподвижную точку, и потом у вас есть, ну, если у вас есть обратное отображение непрерывное, то вы можете здесь найти неподвижную точку. Поэтому, в принципе, у вас такие-такие штуки тоже это обобщается, как и в случае теоремы Нэша. Но тут есть проблема, то есть как бы, то есть мы хотим на самом деле сказать, что если понять, что это некоторая неподвижная точка некоторого отображения и каким-то хитрым образом в теоремы Брауэра. Но нас будут ожидать неприятности на этом пути. Давайте попробуем придумать отображение, у которого действительно рейсов по Нэшу является неподвижной точкой. Ну, мы с вами уже обсуждали, что такое, как мы сказали вообще рейсов по Нэшу. Мы смотрели наилучший ответ на эту стратегию остальных и проверяли, что наилучший ответ на эту стратегию просто сама эта стратегия. Ну, давайте это формально напишем. Значит, возьмем отображение, которое будет пить. Вот, наилучший ответ, да, но обычно пишет, давайте будем с этим большим словом best, от слова best response, наилучший ответ. Это такой фунт, такое отображение, которое бьет из множества всех смешанных стратегий, множества всех смешанных стратегий. Давайте я буду негласно писать вот так вот, чтобы был, хотя это, конечно, неправильная формулировка, но чтобы было понятно, что я беру смешанные стратегии, чтобы они у вас не путались. И мы делаем следующее. Мы берем какой-нибудь профиль сигма-1, сигма-n, и дальше мы делаем следующее. Первый игрок, он ищет наилучший ответ на вот эти стратегии остальных, если они фиксированы. Да? То есть он говорит, вот пусть второй играет сигма-2, третий играет сигма-3, последний выбирает сигма-n, а я возьму и выберу такие ответы, которые у меня будут наилучшими. То есть вот я хочу отобрать какое-то множество, и итая координата вот этого отображения, это будет аргмаксимум моей функции выигрыша, итого игрока, если я использую какую-то свою, любую свою стратегию и фиксированные стратегии остальных, которые беру отсюда. Ну, то есть у меня, ну, я могу написать здесь какую-нибудь тау, где тау пробегает все дельта от S итого. То есть я фиксирую стратегии остальных, а свою стратегию я меняю на любую другую, хочу максимизировать свою функцию выигрыша. Так, ну вот вы сразу портите все. Все было хорошо, но вы все испортили. Но у нас функция, у нас получается немножко многозначная функция, потому что на точке сопоставляет множество. То есть мы, ну, тут должны написать best 1 от вот этой вот сигмы, best 2 от сигмы и так далее. То есть, действительно, если мы так определим, то у нас эта функция, она будет немножко неоднозначная, потому что может такое получиться, что ваша функция максимизируется не в точке, а на отрезке или на грани симплекса, в общем, на чем-то таком. То есть, ну, я должен сказать следующую серию утверждений. Во-первых, я хочу сказать, что сигма со звездочкой равновесие по Нэшу в точности, когда это неподвижная точка этого отображения. В точности, когда best от сигмы со звездочкой содержит внутри сигмы со звездочкой. То есть рейсия по Нэшу в точности неподвижной точки некоторого многозначного отображения вот так, таким образом устроенного. Дальше мне нужно вместо теоремы Брауэра использовать теорему такую же, но для многозначных отображений. И поэтому тут будет целая схема, а именно, значит, это я сейчас утверждение докажу,
Дальше нужно будет. Значит, вот была теорема Браура, которая была доказана примерно в 1110 году. Ну и вот здесь, между ней и теоремой Нэша, то есть почему не могли доказать еще про смещение равновесия? Потому что никто не знал ничего про неподвижные точки многозначных отображений. Но вот в 1944 году была доказана теорема Капутани, которая эту дырку заделала. Теорема Капутани. Теорема Капутани – это вообще не теорема Брауэра на многозначное отображение. А теорема Нэша – это, по сути, применение теоремы Капутани, проверку условий теоремы Капутани в случае равновесия по Нэшу и его доказательства отображения. То есть мы смогли симулировать то, что равновесие по Нэшу – это неподвижная точка некоторого отображения многозначного. Ну и с помощью этой теоремы все получилось. Ну, давайте я симулирую теорему Капутани. Так, давайте. Я сейчас здесь напишу кратко теорему Брауэра в углу. И потом напишу теорему Капутани, чтобы мы могли сравнить. И понять разницу, что там происходит. Теорема Брауэра говорит о том, что если у нас есть x выпуклый компакт, и f из x в x непрерывно, тогда существует неподвижная точка. Теорема Капутани говорит похожие вещи. Она говорит, что если у вас есть, значит, нам нужно, ну, давайте переписка, да, ну, берем выпуклый компакт, тут ничего нельзя сделать. И у нас есть многозначное отображение, то есть соответствие между x и x. Ну, тут нужно сформулировать, во-первых, что такое непрерывность, потому что это, вообще говоря, непонятно. Можно непрерывность по-разному определять. Там многозначных отображений. И там в микроэкономике вообще изучаются разные подходы к тому, как это делать. Ну, это происходит потому, что у вас, если вы определяете непрерывность из окрестности, то у вас, вам более-менее все равно, что такое, ну, как бы у вас обычно как определяется, лежит ли точка x, ну, то есть, ну, давайте я сейчас так опять займу. То есть у вас, вообще говоря, есть, можно вот так написать, что x0 лежит в окрестности x, а можно написать, что x лежит в окрестности x0. Это одно и то же. Потому что если у вас разница между x0 и меньше epsilon, то это одно и то же. Но если вы будете на многозначное отображение определять, то вам нужно определять окрестность не точки, а некоторого множества. И лежит ли точка в окрестности другого, то есть лежит ли одно множество в окрестности другого. То есть лежит ли А в окрестности Б, лежит ли Б в окрестности А, это, в принципе, разные, немножко разные вещи. И поэтому, в зависимости от того, как вы будете это определять, у вас там определения будут разные. Но можно про это не думать. Мы будем писать такое, что у нас, ну, это называется полунепрерывность сверху. А конкретно означает, что график такой штуки замкнут. График функции f замкнутая. Вы сказали полный? Да, полный непрерывно сверху. Да, сейчас напишу подробнее. Сейчас полнамкнутая под множество x на x. Термин называется полунепрерывно сверху. Но там вообще есть три термина. Полный непрерывно сверху, полный непрерывно снизу и абсолютная непрерывность. И у нас будет вот такое. Значит, можно про это не думать, можно думать про то, что, значит, что означает, что график, это вот график функции f, то есть множество точек, множество пар xy таких, что y лежит внутри f от x. Ну, если хотите, я могу писать, если я еще не путался, я могу писать это в большое, чтобы, ну, и так понятно. То есть вот такая штука замкнутая. Ну, конкретно это означает, что если вы, то есть, как это можно читать? Если у вас
есть последовательность точек, сходящихся, таких, что у вас yn лежит внутри образа f от xn, то при предельном переходе за это сохраняется, y лежит внутри f от x. То есть у вас эти множества образов точек так устроены, что если возьмете предельный переход, то в предельном переходе тоже это будет выполнено. Ну, кроме того, чтобы обобщить позиции непрерывности, надо еще сказать про образы точек x, потому что ну, здесь у нас в каждой точке образ это одна точка, поэтому это можно было не говорить. Поэтому ну, тут надо добавить еще одно условие. То есть мы говорим, что x угол компакт, f из xx многозначное отображение, которое полный непрерывно сверху. И кроме того, для любой точки x, f от x, ну, я так напишу сразу не пустой, чтобы на всякий случай, не пустой, выпуклый компакт. Выпуклый компакт. То есть, значит, еще раз, у нас x выпуклый компакт, для любой точки его образ выпуклый компакт, и кроме того, у нас график этого отображения замкнут. Тогда утверждается, что есть неподвижная точка. Существует x со звездочкой, такое, что x со звездочкой лежит внутри своего образа. Как это себе представлять на картинке? На картинке это все можно так представлять. Вот у вас есть отрезок 0,1, и мы его отображаем в отрезок 0,1. То, что есть неподвижная точка, означает, что график вашей функции он пересекает диагональ. А дальше у нас есть такая странная штука. Ну, то есть мы вот начинаем, например, вот здесь вот. Значит, у нас образ любой точки выпуклого компакта, это будет либо точка, либо отрезок. Ну, мы можем начать как бы с отрезка, а потом раз, у нас начнется какое-то множество. Потом оно закончится. Мы продолжим дальше. Ну, потом, ну, так, у меня, конечно, криво нарисовано. Потом у нас будет отрезочек какой-нибудь. Потом тут вот еще что-то пойдет, потом тут будет еще какая-нибудь штука вот такая вот. Ну и вот мы так пройдем в единичку. То есть картинка отличается только тем, что у нас в некоторых точках могут быть висеть отрезки, но они при этом вместе держатся, то есть у вас не может быть. То есть, ну, в общем, на каждой точке висит отрезки, и эта штука замкнута. Утверждается, что тогда тоже будет пересекать, график будет пересекать диагональ. Ну, то есть тут тоже может быть. Тут мог быть какой-нибудь тоже квадратик, например. То есть точка не обязательно одна, может быть несколько. Пожалуйста. Вот, таким образом все доказательство развивается на три куска, а именно нужно сказать теорему Брауэра, потом теорему Кутани, выяснить теорему Брауэра, а потом выяснить теорему Наши, теорему Кутани. Ну и сегодня ну, план примерно такой. Значит, чтобы, как бы, если кто не хочет себя грузить теорией, я думаю, что теорему Брауэра мы докажем в следующий раз. То есть теорему Брауэра будем доказывать в следующую среду на первой паре. Первые 40 минут, чтобы те, кому совсем это неинтересно, могут спокойно прийти к второй части. Вот. То есть сейчас мы в первую очередь обсудим теорему Нэша. То есть я хочу доказать сначала вот это и выяснить теорему Нэша. Это займет минут 20. Потом я буду говорить про симметричные игры, но потом мы сначала докажем теорему Брауэра, но теорему Кутани может сегодня начнем доказывать, в следующий раз закончим. Можно подробно? Да. X со звездочкой это точка, а f от x со звездочкой это множество. У нас многозначное отображение. Ну, многозначное отображение, можно сказать, что это отображение из x под множество x. То есть мы каждой точке, ну вот здесь вот смотрите, мы каждой точке сопоставляем под множество x. То есть в этой точке у него образ отрезок. Ну, причем у меня ограничение, что это обязательно должен быть не пустой компакт. То есть я не могу сделать вот так два отрезка. Да? Мне должен быть обязательно образ любой точки, это какой-то отрезок. Ну и я говорю, что ну, это неподвижная точка, в том смысле, что у меня f от x звездочка уже может быть не обязательно состоять из одной точки, но обязательно у меня будет принадлежать. Собственно, вы видите, что мне это достаточно, мне для равновесия подальше достаточно, чтобы сигма звездочка лежала в B со звездочкой и без сигма со звездочкой. Для того, чтобы это было равновесием по Нэшу. Поэтому это условие, оно нормальное. Это утверждение. Да, я утверждаю. Вот,
Смотрите, у меня есть четыре утверждения. Теорема Браун, теорема Кутани, теорема Нэша и вот эта штука. То есть вот эта штука говорит о том, что... Ну, вернее как, вот эта штука говорит о том, что у меня равновесие – это неподвижная точка некоторого отображения. Чтобы вывести из теоремы Кутани, мне нужно для этого отображения проверить вот эту формулировку. А потом, собственно, доказать вот эти два утверждения, вот эти две теоремы. Так, ну все, сейчас перерыв, мы переходим в большой хим. Дальше мы вот продолжим. Я немножко поговорю теорию, потом еще поговорю про симметричные игры. Хорошо.